продолжает оказывать свое влияние на все районы Еврейской автономной области с различной интенсивностью. В Ленинском районе на сегодняшний день выпало наибольшее количество осадков до 20 миллиметров. В том числе и были зафиксированы случаи порывистого ветра до 23 метров в секунду. В остальных районах, значит, осадки прошли более-менее размеренные, до 12 миллиметров. Значит, также то же самое, значит, ветер был зафиксирован до 12 метров в секунду. Все силы областной системы РСЧС приведены в состояние повышенной готовности в полном составе сил. Сформирована мощная группировка для реагирования на различного рода чрезвычайные ситуации. Техника на дороге вышла. Сегодня на дорогах работает более 73 единиц техники. Также работают оперативные группы за контролем по оперативной обстановке на дорогах федерального значения и дорогах регионального значения. На сегодняшний день проверены пункты обогрева, и мобильные пункты обогрева, и стационарные пункты обогрева, которые готовы разместить более тысячи человек и обеспечить всем необходимым. Значит, также проводится радиовещание каждый нечетный час водителей-дальнобойщиков. Нарушений в работе объектов энергетики в системе работы жилищно-коммунального хозяйства на данный момент не зафиксировано. Оперативные ситуации пока не возникали. Произошло дорожно-транспортное происшествие, значит, с одним пострадавшим. Пострадавшего оперативно доставили в областную клиническую больницу, где оказывается ему необходимая медицинская помощь. Больше пока на данный момент оперативных событий не зафиксировано.